Волнение царило в Раменской школе искусств. Наступил период отчетных концертов. Учитывая большое количество отделений и учеников, мероприятие поделили на две части. Наша съемочная группа посетила первую часть. Так случилось, что большой концерт отчетный должен был быть в ДК «Сатурне» по нашей традиции. Но после теракта в Крокус-Сити-Холле было решено, что мы все-таки в домашних стенах отметим отчетный концерт, но сделаем это в 2 дня. Поэтому вход на наши концерты только по пригласительным билетам. Сегодня у нас оркестры. Оркестр русских народных инструментов, оркестр баянистов-аккордеонистов «Раменчане». Они открывают этот концерт. В конце концерта 2 хора с очень интересной программой. Помимо всего прочего, наши хоры, 3 хора Раменской детской школы искусств №1 в воскресенье едут на очень престижный конкурс в Первое Московское областное музыкальное училище «Коломну». Поэтому вот они сегодня оппеваются, обыгрываются и в воскресенье едут на конкурс. Сегодня будут и струнники, и народники. Просто так случилось, что мы разделили оркестры и большие коллективы по нашим 2 дням, по нашим 2 отделениям. У нас же дети учатся разного возраста, начиная от 6,5 лет и заканчивая 18 годами, если они не успели отучиться до 14. Обычно дети до 14 лет уже у нас заканчивают школу, мы им вручаем свидетельство. И чаще всего это даже 13 лет. Это первый их настоящий документ об образовании, об окончании нашей школы, свидетельство об окончании школы. А так у нас в оркестры очень любят ходить наши выпускники и ходят уже практически до достижения институтского возраста. Да. А я выпустилась из колледжа и работаю здесь. И учусь в институте параллельно. Сегодня вы выступаете? Да. Будете, да? Да. Чем сегодня будете радовать? Вот играем с гуслярами. А вы на каком инструменте? Давайте немножко вот с этого начнем. Как концертмейстер. Сегодня вы аккомпанируете? Да, гуслярам. У нас сейчас идут выпускные экзамены и на предпрофессиональной программе, и на общеразвивающей программе. Вот буквально недавно у нас сдавали на прошлой неделе предпрофессиональная программа сольфеджио. В этой концертной программе не выступали ребята с хореографического отделения. Сцена школы искусств маленькая. Они выступали с отчетником на большой сцене в ДК имени Воровского. А вообще, надо сказать, что сегодня вы не увидите на сцене хореографического отделения, потому что сцена у нас маленькая и для хореографов не совсем приспособленная. Зато народники порадовали. Кстати, Виктор Павлович Стрельников, известный практически всем раменчанам, присутствовал на концерте. Вся моя жизнь вообще связана с музыкой, в частности, с баяном.
с педагогикой. В этой школе я отработал 30 лет, но только она была еще в ДК «Сатурн», эта школа. А здесь уже такой дворец, прям очень здорово. Поэтому много чего в жизни было. Вот сегодня я буду играть. Я и концертмейстером работал много, с солистами Большого театра, с солистами театра Станиславского Немировича Данченко, с солистами Московского театра опереты. Все было в жизни. Сегодня здесь. И с детьми это прекрасно. Да. В 57-м году я пришел учиться в эту школу, в Раменскую, номер один. В 57-м году. Потом училище, потом институт, а потом работа. Поэтому всем желаем музыкального настроения, да? Да. Будьте с музыкой всегда. Музыка – это вечно. Сегодня я буду концертмейстером аккомпанировать самарские частушки девочки Полине, которая поет очень здорово. Она лауреат многих конкурсов уже, и областных, и всероссийских. И вот сегодня она будет в почетном концерте петь самарские частушки, а я буду ей аккомпанировать. Заканчиваются у нас выпускные экзамены, начинаются вступительные. Но с 15 апреля во всех школах искусств Московской области открыта запись на прием через портал «Услуги Мосрек». Поэтому мы с нетерпением ждем наших абитуриентов на следующий год к нам в школу. Но вы должны успеть подать заявление с 15 апреля по 30 мая. Тогда улыбнется вам счастье, да, и станете частью нашей музыкальной школы и школы искусств.